Ребята, всем привет, и мы продолжаем играть в Ancient Warfare 3. У нас сегодня будет мега эпичная карта День Д. Вы только, друзья, посмотрите на эту замечательно офигенную карту. Посмотрите, сколько синих солдат. У них, друзья, даже есть танчик. Сколько десантных вот этих вот судов приближается, да. И, друзья, сколько у нас немцев, которые вот стоят на вышках, которые вот здесь вот укрепились. Друзья, реально мега эпичная карта. Кстати, очень-очень такая вот светлая. Предлагаю, наверное, немножко... Я все-таки поставить потемнее, а то она прям аж отсвечивает немножко. Во, давайте вот так вот. А то вообще прям, друзья, жестко все прям в глаза бьет. Ну, мне лично так. Окей, давайте, друзья, начнем. Как обычно, ставьте лайки. Давайте наберем много-много лайков на этой серии. Давайте, друзья, наберем на этой серии 500 лайков. А еще лучше 1000. Вот, друзья, реально, дерзайте, ставьте лайки, потому что вам нравится Ancient Warfare 3. Вы набираете много-много лайков на этих сериях, много-много просмотров. И, кстати, да, друзья, предлагайте свои идеи в комментариях. В скором времени у нас будет битва за Минск, битва за Берлин, которую вы просили. Точнее, которые вы просили, да. Так что, друзья, все-все скоро будет. Ставьте лайки, мы приступаем, поехали. Все, друзья, готово. Давайте так вот 76% включим. Все, друзья, у нас, короче, некоторый десант уже высадился, а некоторые только приближаются. Вот вы видите. Немцы уже заняли, друзья, оборону. Ага, вот, они начинают постепенно идти вперед. Давайте все-таки, ладно, на 100% включим. Они, видимо, ждут подкрепления, видимо, они, друзья, ждут десантников, чтобы пойти прям в атаку. Вот вы видите, они постепенно начинают идти. Немцы здесь тоже, друзья, стоят в атаке, они не собираются наступать. А нет, друзья, они тоже наступают. О, сейчас, друзья, будут первые столкновения. Вот, друзья, начинается. Просто жесть. Кстати, реально, что-то мне это напоминает Нормандию. Тоже такие какие-то высокие скалы, да, увидите. Сверху какие-то укрепления, вышки. Прикольненько, прикольненько. Вы, друзья, наверное, заметили, сколько на этой карте солдат и синих, и красных. Примерно где-то более 400. Это реально очень-очень много для этой игры. Так, вот, друзья, смотрите, красные отстреливаются. Они, кстати, даже пошли в атаку. Зачем, я не пойму. Ё-моё, вы посмотрите. Чуваки наткнулись прям, друзья, на шипы. Так, ну и что, кто, друзья, в итоге победит-то? Ну, кстати, видимо, синие уже высадились и заняли даже небольшую оборону. Вот вы видите, да, они уже даже здесь построили небольшие такие вот укрепления. Так, десантники застряли вот здесь вот в судах. Это, друзья, конечно, реально очень-очень плохо. Давайте, может, за кого-нибудь переключимся и поиграем. Так. Во. Чувак, давай, пошли. В атаку. Все, друзья, давайте вот за вот этого поиграем. Так, 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 вот я просто буду бежать вперед и начинаю стрелять. На. Может, кстати, нескольких сейчас мы, друзья, и завалим. Ну, кстати, неплохо, неплохо. Так, вот сейчас вот этих, я думаю, мы точно, друзья, убьем. Как минимум одного, это точно. Все, завалили. На, получай, нацист. Получай, немец. Так, у меня, друзья, перезарядочка. Так, все, этого завалили. А, что не... Это, перезаряжайся. Я понял, что он не стреляет. О, кстати, друзья, винтовки. Винтовки будут помощнее. Надо бы взять винтовочку. Так, перезарядка. Винтовки, друзья, просто намного мощнее. Мне больше нравится с них стрелять. Вот, смотрите, они оп, они голову ваншотят. Просто жесть. Нет, походу, они не ваншотят. Просто чувак был уже очень сильно покосанный. Назад, назад. На. О, завалили. Так, друзья, перезарядочка. Оп. Голову прям засаживаем. Все. Я предлагаю зарашить. Ай, по мне стреляют. Нет, сейчас, друзья, завалят. Да, блин, меня завалили. Это было реально жестко. Десантники очень сильно тупят. Они, друзья, просто затупили. Смотрите, застряли в этих десантных катерах. Просто жесть, конечно. Почему они, блин, такие тупые? Так, и что? Что? Сколько у нас, друзья, здесь противников? Просто огромное количество. Даже есть один танк. Кстати, может, танчик займем? В принципе, почему бы и нет? Так, вот. Ага, понятно. Танк просто, друзья, минус. Понятно, так. Давайте вот за вот этого тогда переключимся в бой. О, кстати, у него пулемет. Ого. Это МГшка у него, нифига себе. Ой, смотрите, их столько. На, был бы у меня сейчас, друзья, миниган. Было бы вообще круто. Так, у меня перезарядка, 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 срочно. Друзья, сейчас мы перестреляем просто всех немцев. Мы их просто сейчас уничтожим. Вы только посмотрите, сколько их там. Так, по мне стреляют, вот засранцы. Да, пулемет это, конечно, друзья, жесткая тема. Вы видите, как мы наваливаем. Так, у меня последняя обойма, правда, остается. А, у меня еще один вижу, друзья, пулемет. Я попытаюсь его взять. Так, подходим. А, вот, я пополнил все патроны. Тихо. Вот, все, друзья, вот это последние точно у меня теперь патроны. Все, меня еще и убивают.
Прикольно, прикольно. Блин, а, кстати, неплохо так мы воюем. О, кстати, мы за танчик можем переключиться. Ага, не можем. Ладно, ладно. О, десантники наконец-то некоторые повыходили. Ну, наконец-то, ну, наконец-то, пацаны. Ну, чё ж вы такие, блин, тупые? Вы не могли, что ли, сразу пойти в бой? Так, вот, друзья, переключаемся за этого. И просто на всех парах бежим стрелять по врагу. Винтовочку бы мне, а не автомат. Ну, что с автомата такое себе, конечно, стреляться. Ну, хотя, в принципе, неплохо. Так, на. Или пулемет. Вот пулемет, вы видели, просто офигенная пушка. Мне больше всего пока что нравится, друзья, это винтовка и пулемет. Вот автомат что-то такое себе. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ого! Вот это, друзья, мы просто разносим. Кстати, давайте мы сейчас как бы играем, по сути, за американцев. А вот в следующий раз, друзья, в следующем бою, давайте, друзья, мы поиграем за немцев. Будет прикольно, наверное, за этим всем понаблюдать. Вот, все, завалили мы, друзья, уже просто огромное количество народу. На-на-на-на-на-на-на-на-на. О, винтовку нашел, винтовку. Так, давайте перезарядимся и возьмем, друзья, винтовочку. Так, перезарядка. Стреляем просто вот в толпу, да, все, мы убьем, я думаю, несколько. Все, нифига себе, мы, друзья, в спину наваливаем. Вот этого. О, это пулеметчик. На-на-на, все, друзья, сейчас пулемет у него. На-на-на. Пулемет дай, пулемет, пулемет, давай, где пулемет, вот он, друзья. Сейчас, сейчас перезаряжусь. Начинаем просто, друзья, смотрите, убивать этих засранцев. На, блин, патроны, патроны, нет, 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 они, друзья, постреляют. Все, завалили. Вот, друзья, еще одна партия идет. Так, патроны, патроны, патроны. О-о-о-о. Они, кстати, вот, друзья, вы видите, все вооружены именно пушками Второй мировой. А, все, убивают. Понятно, понятно. Так, ну да, жестко, жестко. Вот еще я вижу чувака. О, кстати, тоже с пулеметом. Ну все, друзья, мы, получается, сейчас победим. Ну да, вы видите. Врагов осталось очень-очень мало. У нас десант постоянно высаживается, высаживается. Немцы все меньше и меньше. Танки, я думаю, в принципе, тоже в состоянии, друзья, расстрелять. Все, завалили всех, кого надо. Все, в бой, в бой, в бой. Надеюсь, сейчас танчик меня, друзья, не завалит. Тут плохо то, что у меня вообще... Вообще, друзья, нет гранат. Вот просто ни одной гранаты. Вижу, вот немец идет к нам. Давай, умри. Да нифига себе, он жесткий. Че, я по нему попасть не могу? Во, попадаю. О, убил, убил. На последних, друзья, просто патронах его завалил. Танк! Давай, умирай, танчик. Он сейчас по мне, друзья, стрельнет. Главное двигаться. Нет, 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 нет. Нет, 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 давай, 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 давай. Все, друзья, смотрите, что мы делаем. Нет, я застопился очень сильно. Оу! Вот было реально, друзья, жестко. У нас есть гранатометчики? Надо, друзья, гранатометчиков бы поставить, чтобы с техникой мы могли бороться. Да, десант наконец у нас весь, друзья, вы видите, высадился. Кстати, потери достаточно у нас большие. У нас 250 человек было, осталось меньше 100. Просто жесть. Тем более мы еще даже танк не завалили. Это, друзья, реально жестко. Ну, давайте за вот этого. Так. А ну иди сюда. Ой, он стреляет. Так давай, чувак, проходи. Ну все, это сейчас будет смерть. Все, друзья, постепенно стреляем, стреляем, стреляем. Сейчас он меня убьет. Давай, давай, давай. А, пушка быстрая. Друзья, нет. Чего, он меня пушкой прибил, что ли? Вы серьезно? Да, друзья, он меня пушкой убил. Нормально, нормально. Ну я думаю, в принципе, наша, друзья, сейчас армия спокойно перебьет. Точнее, убьет этот танк, да? А, кстати, мы еще не всех убили. Друзья, вон еще на вышках есть чуваки. С ними тоже надо будет повоевать. Окей, тогда знаете, что я сейчас предлагаю? Смотрите, мы выбираем чувака бы желательно с винтовкой или с пулеметом. Вот, я вижу пулеметчика. Где здесь пулеметчик? Сейчас, 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 сейчас. Где пулеметчик? Ладно, хоть кто-нибудь. Вот, вроде с винтовкой, да, чувак идет? А, не, с автомата. Ну, в принципе, тоже сойдет. Здесь вот, друзья, мы просто пробегаем и начинаем стрелять по вот этим вышкам. Кстати, этих чуваков, что там за оружие такое? Алло, я хочу тоже. Это что, коряк какой-то? Давайте сейчас завалим. Надеюсь, пушка вниз упадет. Мы, друзья, себе заберем. Ну давай, умри. Пусть мне ваншот не прилетит. Ну давай. Так, перезарядка. Нет, 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 нет. Друзья, они по мне стреляют. Кстати, они нифига себе как стреляют. На, 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 убили. Все. Пушка вниз упади. Давай, давай. А, она там осталась. На, 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 на. О, о, пушка, пушка вниз упала. Есть. Что за пушка? О, друзья, винтовочка какая-то мощная. Вы посмотрите, да. Мощная винтовка. На! Вот это, друзья, конечно, жесткая тема. Так, убили мы вроде всех, кого надо. Вот еще остаются. С винтовкой, друзья, сейчас мы хорошечно повоюем. Она одиночная, я понял. Ну, типа,
стреляет и нужно постоянно перезаряжать. Почему не попадаю? А почему они попадают, алё? Чё он так что ли стоит жестко? О, убил, все. Ну в голову, друзья, мы его просто выносим. Кстати, чё, подождите, танк серьезно до сих пор наших убивает? Да, друзья, нам нужны противотанковые средства. Но я думаю, сейчас все это будет во второй битве. Я поставлю гранатометчиков. Не, вот эта карта, друзья, мега эпичная. Реально, просто топ. Я ж попал в голову. А, сейчас заберем. Все, друзья, убили. Вот эта винтовка реально мега мощная, мне нравится. Была бы еще оптика, вообще было просто замечательно. Все, друзья, мы убили. Теперь убиваем танк. Кстати, танк, ну капец, он, конечно, мощный. Стреляем по танку сдалека. Может, я не знаю, кстати, здесь по-моему можно убить танк. Или нет. Или, друзья, нужны какие-то гранаты, может. Помните, вся наша армия, друзья, была просто уничтожена. Посмотрите. Да, друзья, армию всю нашу завалили. Это плохо, это, друзья, реально плохо. Угу. Ну, получается, мы проиграли. Окей, сейчас давайте, сейчас будет еще одна волна, и мы посмотрим, сможем ли мы пробиться, уничтожить силы противника. Ну и, конечно же, сейчас поставлю пару гранатометчиков. Поехали. Все, в принципе, друзья, готово. Я теперь выставил РПГшников. Ну и давайте мы теперь, кстати, за немцев поиграем. Вот, давайте за вот этого чувака с винтовочкой. Так, сразу просто начинаем рашить. Кстати, некоторые такие вот фризы появляются почему-то. Я, правда, друзья, не знаю почему. Видимо, может, из-за взрывов или из-за того, что просто очень-очень много народу здесь. Вот, друзья, только что был какой-то фриз. Я не знаю, из-за чего это все появляется. Так, у чувака, кстати, кольт. Ну ладно, кольт — это достаточно слабое оружие. Это тем более вообще пистолет. Вот мне надо бы, друзья, завалить МГшкой, тогда будет вообще топово. Так. Друзья, просто рашим. Они пока что стоят, даже ничего не понимают. Так, давайте, да, себе вот автомат возьмем. Так, быстрее бери. У меня, друзья, мало патронов. Почему не берется? Быстрее возьмись. Так, окей. На, все, впритык просто его завалили. Так, кстати, РПГшники у нас стоят в обороне. То есть я их специально поставил, чтобы они просто на месте стояли. И чтобы я их потом мог выбрать, пробиться к танку и его, друзья, уничтожить. Это, кстати, будет мега круто. Так, у нас есть, кстати, вот такие вот чуваки здесь с болтовками. Снайпера. Но, правда, они очень-очень неэффективны, потому что они почему-то просто стоят и даже не стреляют. Ну, короче, как-то вот так вот. Хотя я вот, например, когда за них переключался, достаточно неплохо играл, но вот из этой вот тюрьмы, да, из такой вот комнаты просто нереально, друзья, потом выйти. Так что давайте мы не будем за него играть. У меня потом там очень быстро просто патроны заканчиваются, меня не убивают, и все, я там просто, друзья, остаюсь. И приходится просто перезапускать карту. Просто, друзья, расстреливаем американцев. У меня сейчас завалят, конечно. Потому что их очень много. Зато я очень многих, друзья, смогу завалить. Да, все, сейчас убьют. Все, убили. Но при этом я, друзья, где-то завалил 4 солдат. Давайте вот за вот этого немца поиграем. Так, 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 почему я не могу за него переключиться? Во! О, смотрите, чувак с лопатой идет. Давайте убьем и завладеем его лопатой. Отдай лопату, так. Где лопата? Подождите. Вот, все, я взял, друзья, лопату. Давайте, кстати, с лопатой реально сейчас проберемся. Вот завалим вот этого чувака. На! Все, минус чувак. Друзья, лопата — это просто имба. На! Это реально жестко. А, все, убили. Нифига себе. Так, окей, переключаемся. Давайте за вот этого. Где МГшники, я не пойму? Где чуваки с пулеметами? И за конемщик команду там играли. За синих, за красных. Все, окей, убили. Убили. Может, кстати, они и играли за синих, то есть... А может, кстати, и за красных там где-то, надо сейчас посмотреть. Ну, сейчас убьют нас, друзья, и посмотрим. Так, так, быстрее, быстрее, огонь. Блин, у нас, кстати, друзья, патронов реально, но очень мало. Все, минус, снова. Так, возьмем, давайте, вот, оружка неплохое, автоматик. Окей, убиваем. А давайте-ка пробьемся к РПГшникам, может. Попытаемся, друзья, хотя бы одного нашего РПГшника убить. Оу! Подошел, называется. Нифига себе он стрельнул. Это, кстати, какой вообще из этих-то стрельнул? Короче, какой-то из этих. Короче, друзья, к ним подходить — это просто смерть. Ладно, теперь вот как раз-то давайте мы поиграем вот за РПГшника. Возьмем хотя бы одного. Вот, можно в толпу, друзья, стрельнуть. Оу! Не зря его, друзья, взял. Давайте вот сейчас, да, за американцев теперь поиграем. Вы теперь поняли, да, наверное, как играется за немцев. Достаточно интересно. Мне больше нравится, как бы, за американцев. Все-таки это день Д, это все-таки высадка. Все-таки, ну, как бы, за американцев здесь правильнее, как по мне, играть. На. А, все, у меня нету, друзья,
боеприпасов. Быстрее хоть что-нибудь. Оружка, берись. Все, друзья, перезаряжаемся. Сейчас меня завалят. Хотя не, я достаточно неплохо держусь. О! Пулемет, 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 пулемет. МГ, 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 возьмись, МГ. Вот, все, друзья, мы взяли МГшку. Вот МГшка, вот это, конечно, тема хорошая. На... Сейчас всех перестреляем просто. Да, убили. Окей. Вот, друзья, еще вижу МГ. МГ, МГ. Вот, вот эти два юнита что-то дико тупят. Вот лежат пулеметы. Да, кстати, у красных пулеметы, друзья, не у синих. У красных, вы посмотрите, пулеметы. Так, все, подобрали, перезарядили и погнали в бой. Все, друзья, берем МГ и начинаем их просто вот так вот месить. Просто всех убили. Жесткая тема, конечно, МГ. Так, вот этого сейчас завалим. Патронов, друзья, вообще почти не остается. РПГ, так, не, РПГ это не то. Все, друзья, убили. Так, окей, берем давайте еще одного РПГшника. В принципе, почему бы и нет. Он, кстати, друзья, может прям издалека стрелять. Это просто его огромнейший плюс. Но! Не, РПГ это реально прикольная тема. Стрелять с него вообще просто один кайф. А ну-ка, я издалека смогу, друзья, по танку попасть? Не, видимо... А, она не долетела. Так, друзья, быстрее перезаряжаемся. Давайте по вот этим прям... Ой-ой-ой-ой-ой. Берем оружие. Давайте пока что одну ракету мы оставим. А, эй, быстрее перезаряжайся. Давай-давай. Этого завалили. Не-не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо. РПГ, где РПГ? Где моя РПГ? В смысле? Убили. Ладно, вот чувак бежит. Здесь вот РПГшка валяется. Подбирай ее. Вот, все, красава, подобрал. А, кстати, на ней теперь три ракеты, нифига себе. Как можно, друзья, подбирать? Я понял, короче, видимо, небольшой баг. Если у тебя нет ракет и тебя убивают, то на этой РПГ появляются, друзья, ракеты. Это прикольная тема. Вот, смотрите, давайте сейчас, чтобы меня убили. Чувак, убей меня. Ладно, его убили уже. Блин, вот ракет у меня реально теперь нет. Ну ладно. Сейчас, друзья, что-нибудь мы сделаем. Блин, вот сам себя никак не завалю. Ладно, просто сейчас на танке я упарюсь. Сейчас он меня убьет. Так, давайте перезарядим нашу пушку. О, еще один немец идет. Это, друзья, последний танчик. Во, меня убили. Куда РПГшка отлетела? А, вот она, друзья. Так, окей, выбираем сейчас солдата, любого. Давайте, вот с лопатой, быстренький чувачок, сейчас пробежится. Возьмет быстренько РПГ. Хотя вот этот, блин, немец меня беспокоит. Ну ладно. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, не, он сейчас стрельнет. Все, успел взять. Да, друзья. Ай, меня убивают. Да что так сложно-то? Вообще капец. Ладно, вот, давай ты теперь с пулеметом. Этого сначала убью. Все, минус. И берем, друзья, теперь... О, он как раз и стрелялся. Где РПГ, где РПГ, где РПГ? Блин, что, вниз упало? Да, друзья, вот РПГшка. Берем, перезаряжаем ее. Быстренько сейчас поднимемся снова наверх. Ну да, как раз с нашей армией нормально. Так, главное, друзья, сейчас подбить этот танк, потому что он очень-очень опасный. Он нашу просто может всю почти пехоту перебить. Так, 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 так. Вот здесь вот давайте с фланга вылезу и сейчас шмальну по нему. На. На. Неужели мы его, друзья, подбили? Да, друзья, мы его завалили. Неплохо. Вы видите, из-за этого, в принципе, у нас потерь как бы больших таких и нету. Так, ну что могу сказать? Неплохо, очень даже, друзья, неплохо. Танк завалили. По сути, друзья, и вот этих мы сейчас тоже, я думаю, с легкостью просто перестреляем. Давайте буквально сейчас одного-двоих там убьем. Я хочу просто заполучить снова эту мега-эпичную болтовку. Очень-очень крутую. Да, друзья, с техникой здесь, конечно же, лучше всего бороться с гранатометами. Правда, вот есть только РПГ. Ну, это как бы современный гранатомет, но вот, в принципе, ну, ладно. А хотя, подождите, что он современный? Ну, и седьмой-то да, а РПГ первый, в принципе, он также примерно выглядел, как и седьмой. Это времен Второй мировой. Болтовочку будем, давай, чувак. Эх, неправильно ты болтовку мне свою отдаешь. Вот это, кстати, может отдать. Ай, он меня убил, вы серьезно? Фига себе. Так, что там по нашим войскам? Ну, друзья, они сюда направляются. Так, давайте, кстати, вот сейчас заполучим снова мы гранатомет и уничтожим одну из вышек. Ну или, кстати, можно будет вообще поиграть за какого-нибудь из вот этих снайперов. Было бы, наверное, прикольно. Сейчас, короче, ладно, давайте убьем вот этого уже. Хотя нет, стоп. Да, нет, не буду убивать. Сначала заберу РПГ. РПГ, перезарядка. Так. На. Ну все, минус, друзья, просто чувак. Все, в принципе, я перезарядился. На. Так, ну ладно, пускай они меня теперь убьют.
Да, друзья, пускай они меня завалят. Давай, чувак, убей, алё, на, вот, я стою прямо перед тобой. Убей меня. Да что такое кривой-то? Поди. А, стоп, я ж вот что могу сделать. В принципе, да, друзья. Я хочу просто за немца поиграть. Во, смотрите. Идут у нас враги. С болтовочки в голову. С болтовочки, друзья. Еще раз. Так, что-то не залетела пулька. Этому, да, что-то да, не залетает как-то. Видимо, нужно два выстрела, тот, видимо, был покоцан. Ну вот, друзья, у меня сейчас, правда, патроны закончатся, и я думаю, все. На этом, в принципе, вся серия и закончится. Не, сдалека давайте не будем пока стрелять, бережем патроны. У нас, друзья, всего две обоймы и одна пуля. Ну, один патрон, да, лишний такой. Для себя оставим. На, понятно. Все, друзья, чисто две обоймы. Ждем, окей. Отсюда мы никаким образом не можем, друзья, выйти. Ждем просто врагов. Ну что, серия, могу сказать, очень эпичная получилась. День Д, вот эта карта реально очень-очень крутая. Вот, друзья, наконец-то подходят враги. Огонь. Минус. Минус. Все, друзья, последние у меня патроны остаются. В принципе, на этом все. Обязательно подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.